это же уже в Сеуле там кошмар. И Сеул, и Италия больная. Ну, Украина пока держится. У нас сказали нема. А то, что будет, я не знаю. И это вчера сказали, что от какого-то зверька вся пошла эта зараза. И болтают то звери больные, то лаборатории там их штук 13. И где-то пошла утечка. Или хотят просто-напросто сократить численность или Китая, или всего всей планеты, или что-то странновато. Что оно будет, дальше посмотрим. Но опять повторяю, острую пищу кушайте. Она как убивает всю эту заразу. Ну и желательно для укрепления всего организма это жир. И тоже, ну их много, но лучше рыбий. Он всасывается хорошо в кровь. Ну а там слушайте дальше, смотрите и улыбайтесь, которые будут анекдоты.